Все, конечно, мы добрые. Угу. Вот именно. Очень добрые. Я о чем говорю? Слишком добрые. Катать надо было тупо и все. Да ладно, жалко, ребят, весь сезон там играли хорошо, пускай. Мы им сейчас попортим нервы. Иди сюда. Там нужна была кому-то желтая. Нет. Кто-то считается. О. Гоча. Так, ладно, ребят, что-то у нас это какая-то суета, давайте позициям забрались. Нервничают твари. Ах. Бля. Желтую дадут. Блять. Что ж мы никак не можем? Вот меня бесит, что... Ты в одно касание дал, тебя ж никто не посинговал. Зачем в одно касание? Понимаешь, в чем дело? Я хотел туда дальше дать. Я открою сейчас бровку, Лех, подожди. Нормально, разыграли. Борис там, Артём. Дают. Мочи их. Кто-то отнял. Гоча там разобрался. Слушай, опять, блин, защитник где-то бегает. Прыткой грузинский рыжеволосый мальчик отобрал мяч. Я черноволосый. А, точно. Закончена уже эпопея. Макс, не стой рядом с ним, не стой, зона. Держи, не надо рядом с ним стоять. Ты все равно его не удержишь, стрелок сделай. Стали вот своей нестандартностью, блядь. Куда-то непонятно выбивают. Блин. Было неплохо, но слишком тяжело. Изящно. Под тобой игрок. Центр там закроет кто-нибудь, фунт. Ага. Ну не. Чтоб не потерять. Да вы мяч быстро теряете слишком, ребят. Давайте поаккуратно. Подожим мячом. То я здесь в обороне только успел развернуться к чужим воротам, уже надо назад бежать. Хорошо это. Бля. Ладно. Блин, так-то не понял. Сам фунт. Под тобой. Ой-ой-ой, вот это как-то... А, ну там, супер вратай. Я говорю, вы мяч слишком быстро теряете. Не успеваешь. Пустите, в одну сторону бежит, надо другую риску. Идите. Ух, как свалили-то. Они жесткие, цепки. Главное, что они в центре пока все проигрывают. Да. И нервничать. Да главное из этого извлечь что-нибудь. Слушай, а штрафную на какую кнопку кидать? На вес. На X. На B. На X. Кидайте, прошу вас, штрафную. Короче, на навес, причем на полную жмешь его вообще. Да, кинет он нормально, а мой нормально не ударит. Почему? Вот сейчас, кстати, вполне мог докинуть. Угу. Блять, Артём, ну... Да как стоишь закрытый двумя игроками и прочь плазму. Фунт, я с ним буду бежать, так что ты там страхуй пас. Там что, все в атаке играем? Нет, у них контратака стоит, по-моему, тактика. У них линия защиты отодвинута. Блин, он сам не ожидал. Он такого сам не ожидал. Я имею в виду, у нас защитник просто бегает. Пипец. Ворота. Быстрее. Горячий грузин успел. Угу. Зачем я тут в стенке вообще нужен, блядь? А как же, ты высокий. Так, а вот сейчас вынесли, а там никого нету.
ребят, если нет контратаки, не торопимся туда его вперед, блядь. Я отдал просто, мяч прихватил, отдал и все. На. Хороший пас. Блядь. Как вы будете без меня играть через 4 минуты? Я вообще не представляю. Да вообще, да, ты там все выжигаешь. Я хер его знает, что будем делать. Блядь. Произойдет чудо, тебя не выкинет. Ух ты! Узря достал. Да, может так оказаться, что и зря. Нет, не зря. Бля, бот. Уго, вот этот пасок был. Это отбор был, видишь, а, получился. Хорошо. Ну хорошо. Надо мне. О. Давайте поспокойнее, мяч прихватите и не рвите. И пока никто не закрывает тебя. И навешивать надо. Игра у нас не идет в пас. Там. Херач. Вот и все. Я уже понял еще, когда мяч только полетел. Это Ромелу. Это конец. Это Лукаку. Да, значит, посмотрим подольше. Блин, ну не пропускайте. А, у нас сейчас Илюха улетает. Пока не вылетел. Поздеть. Я скажу. Да мы поймем. Мы заметим. Не, на первый шанс я отыграл. Ну хорошо. Алёха. На тебе. Вынимай. Ничего, без меня отыграет как-нибудь второй шанс. Вылетел, пошло. Это наше ожидание. Вот, наконец-то навесы, блин. Да там все ошиблись, просто все. Ворочек куда-то пошел. Пука на бомбление сейчас начнется. А на каком они месте этих, с которыми мы сейчас играем? Где-то в лидерах. Что, по-моему? Уже нет. На четвертом, на пятом, по-моему. Понятно. Ну, короче, в Лиге Европы останутся. Там у них плотность пипец сверху. У них каждое очко решает. Ну вот. Все, блин. Два удара, 8-3. Два удара нормально. О, Артём, 8-4, блин. Да еще парочку. Ой, еще бы я играл, блин. Ну, тут не могу я по четвергам играть. Нормально. Руки потеют, короче. Лёх, заготовку попробуем. Заготовку? Пошло. Оба, Лёха, 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 по краю запусти. Попался. Лёха, не ходил, Лёха. А чё ты... Непонятно, а чё ты верхом-то давал? Низом вообще не потом. Низом проходил. Так, ребят, не увлекаемся, не забываем, что мы выигрываем, да? Лёха, я в край, при тебя открываюсь. Ух ты, вот это просто было вообще беспринципно. Тобой. Команда аутсайдер катает. Давайте, обсирайтесь, бойтесь нас. Право. О, хорошо. Забил бы уже с острого угла, забил. Нет, бы я ведь совсем их там уж хотел, конечно. Обыграли меня, мужики, давайте. Всё, да, вот. Держитесь там. Бля. Может быть нам Вову поставить центр? Ну я маленький, конечно. А, маленький. Да, маленький. Не, ламп, да нет, там мой бот остался, ничего, пусть. Вот хоть что-нибудь-то сделай. Ладно.
ты, как он дотянулся вообще. Молодец. Под тобой, Артём. Сожри его там, Лёх. Лукака. Перевод. Дальше на кланг. Да ёб твою мать, блин. Я не стоял, да. Не могу понять, в чём дело у меня. Или за, блин, этого, из-за стрима у меня так. Вообще не могу, блин. Не чувствую игрока. Как, знаешь, медленно очень реагирует, вяло. Да. Центр. Хорош! Я под тобой, Максим, пошел. Ой, Артём, я под тобой сейчас, смотри. Ой, хорош. Блин, пока добежал всю стамину и засрал. Так, левый фланг. С игроком там. Наташа, как сыграю, перестану. Вынос. Все, забросы пошли. А да, что, да. Надо один шальной, надо типа забить. Потом посмотрим. Называется. От тобой назад отдай. Опорники не теряем там позиции. Блин. Главное, чтобы обрезов не было, ребят. Не вывернул, что-то. Гоча убежал. Гоча. Это я его, блядь. Ух ты, блядь. Я офсайд же. А, ну и ладно. Видно было же. Гоча, давай. Че, блядь. Как это получилось? Ну, блядь, это пиздец, конечно. Ну, наверное, надо это, может, автобус поставить. Лёх, ну в позиции стоял, блин. Он раз спрятался. Дай на ход Артёму. Спокойно. Торопитесь. Вот не надо бы туда защитнику убегать. Не туда надо убегать. Ну вот видишь, что сейчас происходит? Все, Паш, правильно. Все правильно. Не уходи больше туда никогда. Ну так ты убегай. Туда никто не бежит. Ну не бежит, и ты стой. Ну, по идее, вообще-то моя работа туда бежать. Фух, блядь. Твоя сейчас работа, блин, защита. А, я думаю, чего они активизировались? Им же баф дали. Конечно. Чушует, блин. В итоге же эта мразь сыграла. Чего он не свистит? Торопитесь нападать. Блять. Да это я вынос нажал. Я прекрасно вижу. Оп. Поторопился, Лёха. Просто ударить. Лёха, я там бежал. Давайте там держитесь, осталось. Да мы сейчас чуть не забили пустые ворота. Блять,
Бля, куда Гочи бежит, блядь? Куда-то он хочет все время. Хочет тогда он, хочет. Дело с игроками, с игроками. Дальше. Ну ты что на фланге зачем выбивать? Я там в центре, мне некуда деваться. А вот и свист. Как они бесят, да? Сейчас на фланге выбивали, по полю просто впереди, цели просто выбили. Да этот гол, этот гол. Напиши, лучше бы на ТП согласились. И этот ты гол, блин, там если бы не бот, его бы не было просто. Это 2-0, блядь, вообще да, хороший. Был бы и третий гол, если бы... И третий гол был бы, если бы Лёха не подключился. Да. Ничего, неплохо. Посмотри, видишь, как против этих, ну, играть нормально, и как в сезонах, типа, они... А в чём лучший игрок матча? Слышишь, Лёша, вот заметил, как против них играть, как в сезонах играть. Да, конечно. Заметь.